Нормандская четверка в формате 2-2. Главный дипломат Украины Павел Климкин на переговорах в Париже. Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль с дебютным визитом в Москве. Основная тема переговоров – ситуация на востоке Украины и выполнение минских договоренностей. Все подробности узнаем от Татьяны Лагуновой. Зигмар Габриэль в Москве бывал уже не раз в качестве министра экономики. И во время одного из предыдущих визитов даже умудрился вызвать в свой адрес шквал критики. Немецкая пресса разузнала. Полтора года назад, после переговоров в Кремле, Габриэль просил автограф у Владимира Путина. Хлопотал не для себя, а по просьбе ассистентки своей супруги. Но немецкие СМИ заподозрили социал-демократа Габриэля в симпатиях к России и отклонении от курса официального Берлина. Визит в качестве главного дипломата для Габриэля дебютный в графике встречи с гражданскими активистами и главой российского МИДа Лавровым. Одна из главных тем – минские договоренности. Мы считаем, что переговоры в нормандском формате нужно продолжать. Сейчас мы работаем над тем, чтобы организовать новую встречу нормандской четверки на уровне министров иностранных дел, как было договорено в Мюнхене. Мы хотим, чтобы задачей нормандского формата было сопровождение и контроль за выполнением Минского пакета. Журналисты спросили Габриэля, не планируют ли расширять нормандский формат за счет США. Ответ был дипломатичным. Делать из четверки пятерку пока не будут. Но привлечь американцев к переговорам не против. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы США были не только проинформированы, но и использовали свои возможности, чтобы убедить все стороны в необходимости выполнения Минских соглашений. Конечно, США играют в этом роль. Ну а пока Габриэль проводил переговоры с Лавровым в Москве, в Париже встречались двое других главных дипломатов нормандской четверки. Министры иностранных дел Украины и Франции. Павел Климкин и Жан-Марк Эйро тоже заявили, Минские соглашения нужно выполнить полностью. И пока это не произойдет, санкции против России останутся в силе. Дипломатическая арифметика сегодня в формате двоек, но вскоре снова четверкой. Дипломаты проанонсировали, в ближайшие дни состоится встреча нормандского квартета на уровне министров иностранных дел. Место проведения согласовано, Париж, а вот дата пока уточняется. Татьяна Лагунова, Вячеслав Фролов. Подробности Европейское бюро телеканала Интер.